Ой, я как-то об этом не думаю. Все есть, детка. Укол поставил. Да я и не болел вообще-то. Хожу и боюсь. Конечно, готов, а вы? Сегодня мы решили поинтересоваться, готовы ли жители республик ко второй волне коронавируса. Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? Ой, я как-то об этом не думаю. Меня больше другое волнует. Готовы, готовы. Запаслись масками, антисептиками. Есть и маски есть, и антисептик есть. Все есть, детка. Нет, мы вообще про эпидемию, которая настигнет нас осенью и зимой. Вы готовы? Запаслись ли вы масками, антисептиками? Морально нет, вы готовы? Нет, у меня лучше. Я травы собираю травами. Так что я готов полностью. Отлично. Готовы? Готова? Да. Готова. И морально, и запаслись всем необходимым. Всем необходимым. Маску с собой ношу, и все на свете. Так что все, все абсолютно есть. Готовы, конечно. Что же делать? Куда же деваться? Спасибо большое. Нет. Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? Всегда готов. Все есть необходимое. Ношу с собой. Все в порядке, у меня все в порядке. Спасибо. Там пойдешь, одевай. Сюда пришел, тоже снова одевай. Так что все готово. Этот самый укол поставил от гриппа. Угу. Прививку. В том году и в этом году. Вы ко второй волне коронавируса? Конечно, вы же видите. Хожу и боюсь. Спасибо. Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? Конечно, готова. Все есть необходимое, да, средства защиты? Конечно, все есть. Перчатки, маски, все соблюдаем. Готова. Маски есть, антисептики. Спасибо. Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? Конечно, готовы. А вы? Мы, да. Готовы ко второй волне коронавируса? Готовы, видите, маску одела. Спасибо. Готовы ли вы ко второй волне коронавируса? Спасибо. Спасибо. Нет, мы не хотим коронавируса. Спасибо за... Вы готовы ко второй волне коронавируса? Готова. Все есть, средства защиты? Все есть. Да. И морально тоже? И физически. Спасибо большое.